Почему надо менять резину по сезону? И зачем государство обязывает водителей это делать? Как сэкономить на импортной резине? На эти вопросы мы постараемся ответить в нашем первом выпуске Pit Stop Show. Здравствуйте, я Юра Суровый. Погнали! По статистике за 2017 год на дорогах страны произошло более 130 тысяч аварий. Из них более 30 тысяч, причинами которых стали неблагоприятные дорожные условия и эксплуатация несоответствующих требованиям безопасности шин и дисков. Только вдумайтесь, каждой четвертой аварии можно было избежать. Имеем мы качественные колеса и дороги. К сожалению, касаемо качества российских дорог, мы не сможем дать никакого совета. Каждый из нас сам знает, кто виноват и что делать. А вот выяснить, какие шины и диски дадут нам, пусть не гарантию, но уверенность на дороге, мы постараемся. С этими вопросами мы решили обратиться к специалистам одной из самых крупных в России сетей по продаже шин и дисков. В компанию, которая родом из страны, знающей толк в эксплуатации шин в жестких северных условиях – Финляндии. Для начала разберемся в обозначениях, указываемых на шинах. Если у вас есть автомобиль и вы хотя бы раз приобретали для него резину, то скорее всего вы уже знаете, что означают эти цифры и буквы. Тем не менее, освежим в памяти. Практически все характеристики мы можем посмотреть на самом колесе. К примеру, данное колесо фирмы Nokian, модель Nordman 7. На нижней части колеса, то есть по крышке, мы видим значок «Снежинка» и буквы «M плюс S», которые обозначают, что данная покрышка должна использоваться и эксплуатироваться только в зимний период. Далее идет обозначение типа размера колеса 175-65R14. Данное обозначение 175 обозначает ширину покрышки в миллиметрах, а 65 – высоту процентов от ширины. А R14 – это радиус колеса в дюймах. Далее идет показатель, показывающий нам максимальную скорость и нагрузку колеса. На каждом колесе есть обозначение направления, если таковое предусмотрено конструкцией самого колеса. Главной нашей задачей будет приобрести качественную резину задешево. Выясним, можно ли купить импортную шину, не потратив при этом целое состояние. Да, безусловно, конечно, можно попробовать приобрести импортную резину гораздо дешевле, так как есть такие резины-производители, как корейские производители, китайские, Индонезия, Малайзия. Сама цена гораздо дешевле из-за того, что уже заводы стоят как бы в России, резина производится уже в России, не самой за границей. Хоть и сырье как бы поставляется одно и то же, но в зависимости от уже бренда, как бы, сама резина, она дороже. То есть. Зависит ли от рисунка протектора сцепления с дорогой? Так как шипованные шины, они на льду гораздо имеют большее сцепление, чем, допустим, летние, либо те же самые фрикционные. Фрикционная резина, она будет более подходит для рыхлого такого, скажем, снега. Но в то же время у нее есть недостаток. Она теряет свои качества на льду, а также и на обледенелом, прикатанном. Ну что ж, резюмируем. Подзимной резиной понимается не только шины с шипами, но и фрикционные шины. В
простонародье липучка, не имеющая таковых. Характеристика этих шин, конечно, различается. Например, шипованные покрышки лучше себя показывают на льду, однако шипы при ударе о счищенный асфальт дают достаточно сильный шум. Фрикционные шины лишены данных характеристик, но также сносно ведут себя как на рыхлом снеге, так и на трассе, при этом не издавая лишних шумов. Стоит отметить, что все шины на автомобиле нужно менять по окончанию сезона, дабы не допускать их преждевременного износа. Низкопрофильная резина – это круто или просто деньги на ветер? Низкопрофильная резина отличается от стандартной тем, что ее боковая высота резины, она гораздо ниже, чем у стандартной. Наибольшее она дает сопротивление при больших скоростях к сносу, допустим, транспортного средства. Также дает больше уверенности и комфорта водителя за рулем. Но в то же время могут быть негативные последствия, допустим, попадая в яму на больших скоростях, можно повредить саму покрышку, так как профиль этой покрышки ниже, можно повредить еще, допустим, диск. Ну, если еще и повезет, то можно отразиться на подвеске, допустим, там стойка или что-то другая, ходовая часть автомобиля. На сегодняшний день, особенно в условиях воздействия экономических санкций, стоимость качественного импортного товара неоправданно велика, однако есть достаточное количество производителей, которые предлагают качество по приемлемым ценам и, если не гнаться за брендом, мнимой красотой, модой, если хотите, можно обуть свой автомобиль в качественные шины, не потратив на это все свои сбережения. С покрышками определились, а как же быть с установкой? Ехать в шиномонтаж или лучше сэкономить и переобуть машину самому, у себя во дворе? Если же вы позаботились о наличии полных двух комплектов летних и зимних покрышек на дисках, то в принципе переобувка для вас – это тот самый случай экономии семейного бюджета. Но вот если мусор на дороге решил атаковать ваше колесо, то скорее всего вам придется прибегнуть к помощи специалистов шиномонтажа. Все что угодно, у нас на дороге очень много чего можно насобирать. А как лучше, например, куда-то сюда приехать или дома можно это сделать? Лучше все-таки, наверное, в шиномонтаж обратиться, потому что у вас, я не думаю, что такие расходные материалы найдутся. И вообще, какой клей. Плюс вы сэкономите свое время просто. Вот там опять же зависит все от прокола. Там сколько все как бы, заплаты, все эти расходные материалы, они разные, разной стоимости, так скажем. И в зависимости еще какого радиуса, диаметра, точнее, колеса. Это тоже многое зависит от размера. А в какие сезоны чаще всего прокалывают колеса? В основном летом. Весна вот, когда все оттаивало, весна, лето. Зачем балансируют колеса? Колеса балансируют, чтобы не было вибраций на руле, чтобы был равномерный износ шин, не изнашивались технические узлы автомобиля.
Сколько примерно по времени занимает ремонт одного колеса? Тут опять же зависит, что с ним надо делать. То есть есть люди, которым надо просто установить жгут. Но жгут как бы это не совсем такой уж и качественный ремонт. Просто есть люди, которые привыкли к этому. То есть там все происходит очень быстро. Если еще и балансировать. Ну вообще, если колесо большое, конечно, там уходит больше времени. А если простой прокол, опять же говорю, полчаса. На 10 минут до полчаса где-то. Вот так. С установкой и ремонтом колес внесена определенная ясность. На самом деле, шинно-дисковая тема очень обширна, и в рамках одного выпуска ее, конечно, не раскрыть. Поэтому напоследок бы хотелось уделить внимание правовому аспекту данной темы. Документ, обязывающий всех водителей вовремя менять шины по сезону, действительно существует. Имя ему – технический регламент Таможенного союза ТРТС 018-2011 о безопасности колесных транспортных средств. Цитата, пункт 5.5. Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период – июнь, июль, август. Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения. В зимний период – декабрь, январь и февраль. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Конец цитаты. На данный момент в Кодексе административных правонарушений нет статьи, указывающей на конкретный штраф за использование шин не по сезону. Однако существует штраф за использование изношенной резины, глубина протектора у которой менее 4 мм, в самом изношенном ее участке. Независимо от наличия или отсутствия шипов. Размер штрафа не такой большой, всего 500 рублей. Казалось бы, чего напрягаться? Можно ездить на любой резине круглый год. В крайнем случае заплатишь 500 рублей. Но посудите сами, какую цену вы готовы заплатить за такого рода неблагоразумные поступки? Ремонт автомобиля, лечение или даже потерю близких вам людей. Пока государство разрабатывает системы и акты для уменьшения аварийности на дорогах страны, пожалуй, стоит самим позаботиться о себе. Вовремя меняйте шины на своем автомобиле и не превышайте скорость, особенно на аварийных участках трасс. А я желаю вам удачи на дорогах. С вами был Юра Суровый. Лехаем! Какие летние шины лучше купить для поездок по трассе? Низкопрофильные.